Всем привет, друзья. Утро, 9 марта. Всю ночь была воздушная тревога. Хорошо дали отпраздновать 8 марта. Именно всю ночь. И сейчас под утро я проснулся и услышал в Киеве взрывы. И вот, как вы видите, сверху идет столб дыма. Попадание где неизвестно никому. Но это очень страшно. В воздухе чувствуется запах резины. Дым на десятки километров. И еще с Курской области зафиксированы пуски ракет. Возможно, это кинжалы. Потому что с большой скоростью летят. И неизвестно, что это. Надеемся, что он не попадет по нашим домам. И эти ракеты растворятся где-то в воздухе. Очень сложное время наступило, друзья. Когда это уже все закончится. Простым мирным людям это переживать очень сложно. Вы, пожалуйста, пишите комментарии, как вы думаете, что вы думаете по этому поводу. Надеемся, не будет агрессивных комментариев, так как я мирный человек и не желаю никому зла.